Всех приветствую на канале Animal History. Поселок Киларглин в Ирландии оказался буквально смыт водой. Обильные осадки вызвали разлив местной речки. Ослик по кличке Майк оказался в ловушке прямо посреди бурной воды и никак не смог бы выбраться самостоятельно. На помощь позвал хозяина ослика, и волонтеры, как настоящие супергерои, не оставили животное в беде. На лодке они подплыли к Майку, накинули на него спасательный круг и сумели вывести его на сушу. Ослик отблагодарил своих спасителей невероятной улыбкой. Всего через несколько минут после спасения зоозащитники сфотографировали широкую улыбку Майка, который охотно позировал со своими благодетелями. В настоящее время Майк чувствует себя почти хорошо. Теперь мы сушим Майка полотенцами, он ест горячую еду, ему уютно и тепло. Наш ветеринар осмотрел его и назначил антибиотики для предотвращения пневмонии. Оказалось, что в одном легком осла есть жидкость, но врач говорит, что Майк восстановится после отдыха, написали зоозащитники. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.